Война утихает, и скоро уйдет, и будут стрелять только майские грозы. Десантник должен отжиматься 50 раз минимум. Да, поддержали! Очень много отжимали. Вот, наверное, участница, наверное, да? Отлично. Вот, должен. Хорошо работаем. Да, поддержи папу, да, отжиманиями, чтобы ему было легче. Состоится десантирование, сейчас вроде все готово, мы уже видели, как вертолет выходит на заход, если мне не изменяет зрение, надеюсь, что погода не помешает, расчистится и небо станет голубым, да и ветер, я думаю, уляжется. Только давайте все вместе поднимем флаги повыше, мне кажется, знаете, даже какое-то есть особое в этом... Есть проблеск в небе. Хочется надеяться, что все у нас получится сегодня. Но пока идет настрой. Битва в Панибале, вы ВДВ спецназ. За войска, как легко вы знаете, что вы отмечаете. Сокол и Шамалова, парашюты белые. Спасибо, братцы, с праздником. Победа! Причем, и не стыд!
белым светом. Забрали ли маршруты? Себе он выбрать у 12 не. Эй, не грех сегодня, брат, налей. На парашюте съехал, тот называется морпехом. Вы, ребята, нас не бойтесь, если к вам приедем в гости. Мы со всеми можем ладить, только нас не нужно гладить. Тут вышел в автомат отрезь, затем смыкались аппарели. Своим. Хватит уже всех снимать-то, всех хватит снимать уже. Нас с ними. И передай нам привет. Привет еще нам передай. Так вы сами передайте. Давай. Вот так вот. Все здесь мы. Иди к нам, иди сюда. Это телевидение? Что я сам? Да. Газов сними хоть раз. По какой программе? Дезинфицирование прошло успешно. Погода у нас благоволит. Балтийское море. Вот.